Вы запомнили, да? Женщины с кружевами хорошо, мужчины с кружевами плохо. Все очень просто, вот примерно так. На самом деле, друзья, тема очень важная христианской этики и нашего поведения. Я недавно читал одного пастыря, он пастырь огромной церкви, очень большой церкви, он рассказывает о том, как, насколько часто он приходит вообще к умирающим людям. И о чем он разговаривает, ну, в своей церкви. Знаете, когда люди уходят, вот его приглашают в больницу, он говорил, я был сотни раз в больницах, и именно вот последняя встреча, ну, вот все, прощание с человеком. Он говорит, за все разы я ни разу не увидел, чтобы человек сказал, о, знаете, друзья, я хочу, чтобы вы сняли все деньги с моего счета, принесли мне, положили мне на грудь, я хочу умереть, обнимая их вместе. Вот. Или там, протрите, пожалуйста, окна, я хочу видеть свое BMW, оно где-то там стоит, я только его отполировал. Или, ну вот что-то такое, или там, я хочу посмотреть на свои дипломы, которые всю жизнь я бился, добился степеней. Пожалуйста, принесите все эти корочки, я их положу под подушку, вот это так важно для меня. Он говорит, хотя мы этим вещам посвящаем всю свою жизнь, да? Но когда приходит конец нашей жизни, никто не вспоминает об этих вещах, все становится неважным. Вот просто осознайте вообще как бы, ну, вот суть этого всего. Это в момент того, когда человек готовится к переходу в вечность, это теряет свою ценность. И здесь вопрос, добиваться ли этого, если это неважно? Добиваться, но не в ущерб важнейшим вещам. И он говорит, что большинство людей, они в момент смерти, они хотят, чтобы их семья была рядом. И если они добивались вот тех BMW, вот этого всего-всего, говорит, я часто видел, что семьи нет, потому что они забывали строить с ними отношения. В ущерб вот этому всему делу и всему тому важному, как им казалось, статусу жизни. Это, ну, пастырь американец, и он как бы живет в потребительском обществе, то есть там, где материальные ценности, они очень важны. В принципе, они везде важны, но там это более доступно, более легко, получаемо научные степени и так далее. То есть два вопроса интересовало в основном людей перед смертью. Это отношения с близкими и отношения с Богом. И он подводит это все к тому, что Соломон говорит в своих посланиях к Экклесиасту. Помните, вот это вот такое, сначала оно начинается таким депрессником, когда он говорит, я пробовал это, я пробовал то. Вообще так почитаешь, человек жиру бесился. Просто, натурально. Он жил на золоте, ел золотом и ходил золотом. Ну просто, да, он перепробовал все, что можно перепробовать, и он разочарован. И в конце он говорит, выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом и все для человека». И я думаю, что он понял вот этот момент, хотя мы понимаем, что из Писания даже ему при всем своем таком испытательном характере не удалось сохранить себя в чистоте. Мы помним, что Бог, говоря о Соломоне, он говорит, что он совратился. Жены, он совратился в идолопоклонство, казалось бы, да? Мог служить Богу день и ночь, как угодно, было все, на пике всего остального. И мы можем сразу же вспомнить Давида, который полжизни рыскал по пещерам, и Бог его принял. Помните, да? Хотя он грешил разными серьезными грехами, но Бог его все равно приобрел. Итак, друзья, помните, это важный очень момент, помните сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Семья, отношения с семьей и отношения с Богом. Две вещи, которые вас будут волновать перед смертью. Поэтому все остальные моменты очень и очень относительно важны. Ваша работа, это очень придет момент, когда вы ее потеряете. Просто уйдете на пенсию. Придет момент, когда у вас не будет чего-то. Ваше тело, придет момент, когда оно станет уже неспособным держать вас в этом мире. Как бы вы ни убивались сейчас в спортзале, ни качались, послушайте, нельзя этому поклоняться. Занимайтесь здоровьем, но не поклоняйтесь здоровью. Каким-то таким состоянием неадекватным. Друзья, ваш аккаунт в Фейсбуке аннулируют, когда вы умрете. Услышьте это. Все достижения в компьютерных играх забудутся. Никто о вас не вспомнит. Многие вещи, они уйдут в небытие,
Потому что их не, ну, они не существуют для вечности. Они не существуют для того, чтобы их забрать с собой. Поэтому две вещи – семья и отношения с Богом. И будет вам благословение. Аминь. И вот Паша правильно говорит. Слушайте Пашу. Он говорит аминь. И у нас сейчас есть возможность, друзья, также поучаствовать в одной важной вещи. Мы каждый месяц делаем сбор для поддержки служения Хмельницкой мессианской общины. И сегодня тот день, и будут проходить такие корзинки, куда вы сможете, ведрышки, куда вы сможете положить. Вы знаете, друзья, как несложно жить в Одессе, в Хмельницком жить в 5 раз сложнее. По всем вопросам. И они очень нуждаются в нашей поддержке. Поэтому доброохотно дающего любит Бог. Будьте открыты для этого даяния. И также я хотел бы, как многие из вас уже знают, у нас сегодня в гостях наш очень хороший друг, близкий друг, который любит нас, нашу общину, готов молиться за всех и все, как бы отдает себя просто для служения нам, наш дорогой Роджер. Итак, прошу любить, жаловать, внимательно слушать, внимать. Аминь. Аминь. Well, what should I say now? Так, что ж мне сейчас говорить? My precious. Oh, yeah. Моя драгоценность. No. Shabbat shalom. Шаббат шалом. Шаббат шалом, Паша. You've been sitting down for a while. Вы Stand уже up for a minute. Давненько сидите. Stretch. Давайте привстанем и потянемся. Yeah. Hopefully better able to sit and listen for a while. Потом вам будет легче сидеть и слушать еще. You know, I finally discovered. Потянитесь, потянитесь. Yeah, I finally discovered why all of you look so good. Я наконец-то понял, почему вы все хорошо выглядите. You have an exercise program. У вас есть программа специальная. It's called worship. Это называется прославление и поклонение. It's so good to be with you and to experience your worship. Быть с вами вместе и переживать с вами, участвовать в поклонении и прославлении. Те, кто подтянулись, можете присесть. You can sit down or you can stay standing. Или можете стоять, как вам удобно. It's okay for me. Для меня и так подойдет. I want to share with you something today, which I believe is a key to having a life which brings you pleasure and happiness. Я хочу поделиться с вами кое-чем сегодня, что считаю ключевым для того, чтобы вам быть счастливыми, иметь счастье и хорошую жизнь. If you practice this, и если вы будете практиковать это, I believe it will help you. Я верю, это поможет вам in every situation in your life. В каждой ситуации вашей жизни. It can give you strength. Это может дать вам силу. Can give you something which is so good. Это может дать вам что-то такое, что очень хорошее и приятное. That you don't want to stop doing it. Что вы не захотите прекращать и останавливаться и переставать это делать. It's called. Это называется. Thankfulness. Благодарность. In Psalm 107, verses 8 and 9, it says, Let them give thanks to Adonai for his grace, for his wonders bestowed on humanity. For he has satisfied the hungry, filled the starving with that which is good. 106 Псалом, 8-9 стих говорят нам, «Да славят Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». I believe learning to be thankful breaks chains. Уверен, что научиться быть благодарным, оно поможет разорвать цепи, которые связывают нас. That we cannot move forward. И из-за которых вы не можете двигаться вперед. It's so easy to get stuck in that life is so difficult and очень легко really not so helpful.
очень легко застрять в понимании, что жизнь вот сложная штука, и все не так уж и помогает. But if we can learn to give thanks. Но если мы научимся давать благодарность, у нас in Russian just word praise. В английском переводе, где okay. у нас написано «да славят Господа» в 8 стихе, написано «да благодарят Его». Okay. So, in Hebrew, в иврите the word is «тода». Слово «благодарить» или «говорить спасибо» — это «тода». It means и это означает also adoration. Также восхищение. It means also an extension of your hand. Это также означает протянуть свою руку. To be thankful for things that God has done. Быть благодарным за те вещи, которые Бог сделал в вашей жизни. Тода means thanksgiving in a sense of joyfulness. И слово «тода» означает благодарность, которая идет вместе с наполнением радостью, с радостью. Okay. There's a difference. И есть разница. Давай, thank you very much. Сказать вот так просто «спасибо тебе большое». Okay. And there's thank you very much. Или подойти и сказать по-другому «о, спасибо тебе огромное». The scriptural sense is really experiencing the joy of being able to give thanks. Писание нам показывает, что когда мы выражаем благодарность, мы должны выражать радость и быть наполнены радостью. Тода is made up of four Hebrew letters. И слово тода состоит из четырех букв еврейского алфавита. Now, unfortunately, I don't have the slides for you. У меня нету, к сожалению, слайдов для вас. But it's Tav. Но первая буква это Tav, потом буква Vav, Dalet, Dalet, and Hey. И Hey. Now, Hebrew has a picture language. И иврит он язык картинок. Each letter is a picture. Каждая буква может изображаться картиной. What do the what is the picture that we can gather from this? Какую же картину мы можем собрать и увидеть из этого слова? Tav. Буква первая Tav. Represents sign. Она означает знак или знамение. And in the original proto-Hebrew it was written in the form of a cross. И в прототипе иврита в древнем языке она изображалась как крестик. It represents a sign or a seal. Знак или печать. Or covenant. Или символ завета. Vav. Вторая буква Vav. Represents a nail or a peg. Представляет собой два значения: палец или колышек. It can mean to add something or make it secure. Означает, что вы что-то либо добавляете или привносите безопасность. Or to join together. Или соединяете что-то вместе. The person who was making this place, he had to join things together and he used a nail to fix them. Простите, не палец, а гвоздь и, или колышек. И человек, который создавал вот это место, он использовал детали и соединял их вместе, прикреплял гвоздями. I don't know whether he put them all in by hand or whether he had a machine. Не знаю, руками, ну, молотком ли он забивал или использовал машину, чтобы все это закрутить, инструмент. But it's a lot of work. Но здесь проделано много работы для того, чтобы соединить все вместе. Dalet. Третья буква represents a doorway or a pathway. Означает дверной проход или путь. It can also mean to enter into something. И также может означать ваше вхождение куда-либо. It can also be represented by a gate which goes open and closed. И также это может символизировать ворота, которые открываются и закрываются. The hey. Последняя буква hey means behold, look. Означает посмотри. Observe, watch. Наблюдай, смотри. It also means to reveal something. Оно также означает, что вам будет что-то открыто или явлено. It can mean a window. Это может также означать окно. The way it was originally written. И тот образ, которым его really изначально написали это слово, оно очень интересное. It was like a little stick figure.
А, и вот эту букву, ее изображали раньше как человечка. You know, when children start to draw, ну, когда детки начинают рисовать, they make little stick figures они такие палочками рисуют людей. My grandson Joshua, he still does that. Мой внук младший Джошуа до сих пор палочками человечков изображает. And almost every day, because he comes every day to our house and и почти каждый день он это делает, он каждый день приходит к нам домой после школы. Every day he has a new picture that he's, or a new каждый drawing день он that he's новую made. Картинку рисует. And then he draws these little men, you know, one stick down. И потом он рисует маленького человечка. Палочка это тело, две палочки ножки, две палочки ручки. Well, originally in Hebrew it was written this way. И в иврите вот эта буква хей последняя, you она вот так изображалась. Человечек из палочек, но его руки подняты вот таким образом. Это буква хей. Makes you think about praise and worship, doesn't it? Что также включает в себя прославление и поклонение, поднятые руки. So if you put all of these things together, поэтому если вы соберете все эти картинки вместе, всех этих букв, what does it tell us? What does it give to us? Что они нам скажут, что они внесут в себе? Thankfulness. Благодарность. Is a sign of the covenant we have with God. Это знак завета, который мы имеем с Господом. It is something that adds to our relationship with God and makes us secure. Это что-то, что добавлено в наши взаимоотношения с Богом, и благодаря этому мы чувствуем себя в безопасности. It's a doorway or a pathway. Это дверной проем или наш путь. Through which we can enter into God's presence. Через который мы можем входить в Божье присутствие. It gives us a window. И благодарность дает нам окно. Through which we can look at things. Через которое мы можем смотреть на вещи. As we raise our hands to Him, и когда мы поднимаем наши руки к Нему, He will reach down to touch us. Он простирается, чтобы прикоснуться к нам. What a picture! Какая великолепная картина! Did you get it all? Увидели ее, услышали все? Let me repeat it to you. Thankfulness. Благодарность. Is a sign. Это знак. Of the covenant we have with God. Завета, который мы имеем с Богом. If we are thankful. Если мы благодарны. It shows that we have that covenant relationship with God. Это показывает, что мы такие имеем эти заветные взаимоотношения с Богом. Unthankfulness is like disobedience. И неблагодарность в данном случае идет как непослушание. Breaks the covenant that we have with God. Как нарушение завета, который мы имеем с Богом. The scripture, and we're going to see in a few minutes, lots of scripture talk about thankfulness. И Писание, мы сейчас многие места посмотрим, много говорит о благодарности. Thankfulness is something that adds to our relationship with God and makes us secure. Благодарность — это то, что добавляется в наши взаимоотношения с Богом и привносит это чувство безопасности. I feel that it's so important that we understand this. That's why I'm repeating it to you. И я чувствую, что это крайне важно для нас, поэтому я повторяюсь в некоторых моментах. It's something that the Apostle Paul did. Это то, что даже апостол Павел делал. He says in a couple of his letters, I don't find it tiresome to repeat this to you because it's for your good. Павел, помните, говорил, я не устаю повторять вам, потому что считаю, что это на благо вам. As we are thankful. Когда мы благодарны. It opens a doorway. Это открывает двери, открывает путь. Have you ever thought about that? Thankfulness opens a door. Размышляли вы когда-нибудь о том, что ваша благодарность, благодарное сердце может открыть двери? If we are thankful for what God has given to us, if we're thankful for what other people are to us, если мы благодарны за то, что Бог сделал в наших жизнях, если мы благодарны за то, что люди сделали вокруг нас, it will very often open the door of someone's heart to receive what God wants to give to them. Это может помочь открыть двери чьего-либо сердца, чтобы человек мог принять то, что Бог для него приготовил. I sincerely believe that thankfulness is like a key that we can put in the door and open it. И я верю, искренне верю, что благодарность — это ключ, который ты вставляешь в двери и открываешь замок.
It gives us also a window. Thankfulness gives you a window. Благодарность дает вам обзор, дает окно вам. Which we can look at something. Через которое мы можем по-другому смотреть на вещи. Are we thankful for the person who is sitting next to us? Благодарны ли вы за того человека, который сейчас сидит рядом с вами? Are we thankful for the things that God has done for us? Благодарны ли вы за то, что Бог сделал среди нас? Sometimes we just need to express that. И иногда нам надо научиться это выражать, выражать свою благодарность. Say it in words. Говорить ее словесно. I thank you for being my friend. Я благодарен, что ты мой друг. I thank you for helping me. Я благодарен за то, что ты помогаешь мне. I thank you that you're here today. Я благодарен тебе за то, что ты здесь Because сегодня. That means we have fellowship together. Потому что именно это означает, что у нас есть общение друг с другом. And we can experience that fellowship. И что мы можем переживать and это we can общение. Praise and worship God together. Что мы можем прославлять Бога и поклоняться Because of Ему вместе done. За то, что Он сделал для нас. He has saved us and brought us into a relationship with Himself. Он спас нас и привел нас во взаимоотношения с собой. Thankfulness opens a window. Поэтому благодарность, она открывает окно. It makes something, sometimes it makes things very clear. И иметь так хорошее окно, это значит видеть ясно. When I think of a window, I think of a story about a small boy who wanted to help his mom. Когда я говорю об окне, я всегда вспоминаю историю о маленьком мальчике, который хотел помочь маме. And he said, "Mom, can I do something for you?" И мама говорит, вернее, он спрашивает у мамы: "Мам, что-то я могу тебе сделать, чтобы помочь тебе?" And his mom said, "Yeah, you can clean the windows." И мама сказала: "Да, помой, пожалуйста, окно." So little boy got a bucket and some water взял, and sponge and ведерко, воду и стал мыть тряпочкой окно. And after a while, he came to his mom and he said, "Mom, there's a problem." И через время он возвращается к маме и говорит: "Мам, там проблема." I've been washing this window for so long and I still can't see through it very well. Я все мою и мою это окно, но все никак не могу увидеть через него нормально. His mom said, "I'll come and have a look." Она говорит: "Я сейчас подойду и посмотрю." So she went and had a look and she said, "Son." И она подошла, посмотрела и говорит: "Сынок." You need to clean it on both sides. Тебе надо его вытереть с обоих сторон. The inside and the outside. И снаружи, и снутри. Sometimes we need to have that thankfulness for everything. Иногда мы не иногда, а мы должны иметь эту благодарность с обоих сторон. For each other. И за хорошее, и за плохое. For what we are. И за друг друга, и за нас самих. What can thankfulness do? Что же может сделать благодарность, благодарное сердце? I believe thankfulness unlocks the fullness of life. Я верю, что благодарность раскрывает, разблокирует полноту жизни. Thankfulness turns what we have into enough. Благодарность превращает то, что мы имеем, в достаточное. You understand? Понимаете это? Yeah? We can be thinking all the time, "Oh, I don't have this or I don't have that." We've heard some things in that direction today. Мы можем часто жаловаться и говорить: "О, у меня вот этого нет, и вот этого не хватает, и вот это мне хотелось." Мы слышали, как в Торе это затрагивался этот момент желания иметь. And that means that we're unthankful for what we have. И это означает, что на самом деле мы сейчас неблагодарны за то, что мы имеем на сегодняшний день. Но если мы с вами будем благодарны, за то, что мы имеем, у нас начнется отношение другое, что нам этого достаточно. Мы начнем, скажем, довольствоваться. Thankfulness turns denial into acceptance. Благодарность превращает отвержение в принятие. As we accept something in thanksgiving, когда мы принимаем что-либо через благодарность, it changes. Оно производит изменения во всем. It turns chaos into order. Благодарность превращает хаос в порядок. Confusion into clarity. Смущение в ясность. It can turn a simple meal into a huge festival. Простая благодарность, ваш простой обед превращает в пир. Unbelievable.
И это невероятное свойство, что может творить благодарность. It can turn a house into a home. Это она может превратить просто здание в ваш дом. When you enter into a home where you experience that there is thankfulness for everything. Когда вы входите в чей-то дом. Sorry, when you enter into a house where you experience thankfulness for everything, then it turns it into a home, something beautiful. Когда вы входите, например, в какую-то квартиру или в какое-то место, где живут, и это место наполнено благодарностью или наполняется, это превращается в дом, и это невероятно красиво. Thankfulness can turn a stranger into a friend. Именно благодарность может превратить странника в твоего друга. Thankfulness makes sense of our past. Благодарность, она приносит смысл нашему прошлому. Brings peace for today. Она приносит мир и покой по поводу сегодняшнего дня. And creates a vision for tomorrow. И она создает видение на будущее. Wow. Thankfulness can do all of these things. Благодарность может творить все эти вещи. Giving thanks and praise to God is a great part of our calling. И воздавать благодарность, благодарение Богу и поклоняться — это великая часть, большая составляющая нашего призвания. In Colossians chapter 3, verses 15 and 16, we read this. В Колоссянам 3 главе 15-16 стих мы читаем вот что. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Мы призваны в это тело Мессии. That shalom, which comes from him, в этот шалом, который приходит только от него, should be our heart's decision maker. Он должен быть желанием нашего сердца и стремлением нашего сердца. How many of you here have ever had to make a decision? Кто из вас здесь когда-либо должен был принимать решение, какое-либо решение? I think everybody. Я думаю, что все принимали то или иное решение в своей жизни. Yeah. How do you make decisions? Как вы принимаете решения? Through priorities. Through priorities, yes, you да, can have many things. But много надо дел сделать. What can be the deciding factor? Но что может быть решающим фактором? In making a decision. В принятии решения. You have peace about it. You have shalom. У вас есть мир об этом, шалом об этом, или уверенность, другими словами. If you're nervous or unrestful, you don't make that decision. Если вы сомневаетесь, неуверены, волнуетесь, вы не примете это решение. The most important thing to remember is that if you need to make a decision, make sure you have peace about it. И очень важная часть, помните, перед принятием любых решений, пусть для вас будет ключевым фактором, что у вас есть мир по поводу этого вопроса. We are called to be in that body and we are called to be thankful, it says in verse 15. И в 15 стих нам говорит о том, что мы все призваны в это тело, и мы все призваны быть благодарными. У нас написано дружелюбными. And then it says at the end, it says you should sing psalms and hymns and spiritual songs with gratitude, with thankfulness in your heart. И также 16 стих говорит, что мы должны и вразумлять друг друга псалмами, и славословиями, и песнями духовными. У нас написано «во благодати», в английском переводе «с благодарностью воспевая Господа». It's such an important part of our relationship with Yeshua and with the Father. Это очень важная часть наших взаимоотношений с Иешуа и с Отцом. And I think so often we've forgotten that. И я считаю, что очень часто мы забываем об этом. We've forgotten to be thankful. Мы забываем быть благодарными. It's so easy to moan and complain and say. Очень легко ворчать и жаловаться. И быть недовольным. Do you know it takes more muscles in your face to do that than it does to smile?
Вы знаете, что вот гримасничать и быть недовольным требует задействия больших мышц, чем просто улыбнуться. Takes more muscles in your face to be like this. Больше мышц вы задействуете, когда вы угрюмитесь и недовольны. So if you want to save energy, поэтому, если хотите сохранить чуть-чуть энергии, smile. Просто улыбайтесь. Thankfulness and praise will open up the prison gates. Благодарность и хвала, она открывает двери темниц. In Acts chapter 16, verse 25, we have the story of Paul and Silas. И в Деяниях 16 главе 25 стих мы имеем историю Павла. They've been thrown into prison. И силы, которые были помещены в темницу. And not just any prison. И не просто в темницу. It was the top security prison. Это была самая хорошо охраняемая темница. Where you put the worst of the worst. Куда всадят самых злостных преступников. Yeah. It was the prison within a prison. Это была темница в темнице. And it wasn't a nice place. И не было это милым и приятным местом. Wasn't anything like the prisons in Finland. Wasn't anything like the prisons in Finland. Оно вряд ли было похоже на темницы, которые сейчас в Финляндии есть. Finland, they have a nice bread, they have a nice bed, they have a shower, they have a television, they have. В темнице у них там телевизоры, души, хорошие кровати. They can play games. Они в игры могут играть. They have Wi-Fi. У них Wi-Fi есть. It's prison? It's prison. Темница ли это? Это темница у них. So, if you want to go to prison, come to Finland. Кто из вас хочет попасть в тюрьму, езжайте в Финляндию. Okay. But this prison was very, very different. Но темница, в которой был Павел и Сила, она была очень-очень плохой. There probably wasn't much furniture in the room. Вряд ли там было Maybe много some straw on the floor. Мебели в комнате, может быть, какой-то тюфяк на земле. And probably the, in the nighttime they would get little visitors. With four feet and teeth. И, наверное, по ночам у них были маленькие визитеры с хвостиками и зубками на четырех лапках маленькие. Otherwise known as rats. Которые известны как крысы. And they were in this prison. И вот они находятся в этой темнице. They had been beaten also. Также они были избиты вообще-то. What would you do? Что бы вы делали, находясь в таком состоянии? Oh, помоги мне. This is so horrible. Это такое ужасное место. The bread even has mold on it. Даже хлеб тут плесенью покрыт. And the water looks like it came from the. И вода выглядит, как будто ее взяли не из колодца. We would moan and complain. Мы бы жаловались и ворчали. What did Paul and Silas do? Что же Павел и Сила делали? They began to pray. Они начали молиться. To sing hymns. И петь псалмы. And all of the prisoners were listening. И вся темница слушала. And what happened then? We know. И что потом произошло, мы знаем. God gave an earthquake. Бог послал землетрясение. The prison opened. И темница открылась. And they could get out. И они смогли выбраться. God will open up a way through thankfulness. Поэтому через благодарность Бог открывает или прокладывает путь. When I look at scripture, когда я смотрю в Писание, it tells me that there is nothing, including immorality, that is more odious to God. Я вижу, что нет ничего, даже включая аморальное поведение, что может быть более омерзительным для Бога, чем неблагодарное сердце. When we are unthankful, it is a clear sign of spiritual decline. Spiritual backsliding. Когда описывается неблагодарность Писания, это всегда говорится о духовном упадке. И неблагодарность превратит вашу духовную жизнь в такой крутой спуск. А благодарное сердце сделает вашу духовную жизнь хорошим таким подъемом. In Romans chapter 1, verse 21, Римлянам,
Первая глава, 21 стих говорит нам. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их». Wow. Ого! Do you get that? Услышали ли вы это? They knew God. Они знали Бога. But they didn't glorify him. Но они не прославили or Его. Thank him. И они не возблагодарили Его. And because of that, и из-за этого they became futile in their thinking and undiscerning in their hearts. И они осуетились в умствованиях и омрачилось их сердце. Failure to praise God and be thankful to him is the first step Paul cites in moral decline of mankind. Падение в или переставание прославлять Бога и благодарить Его — это первый шаг, который Павел описывает вообще в падении моральном человечества. There's a contrast in the same chapter. И есть контраст в той же главе. We go back to Romans chapter 1, verse 8. Мы вернемся в ту же Римлянам первую главу, но не в 21, а в 8 стих. And we hear Paul. И вот здесь And говорит what does Paul нам do? Павел, и что он right делает? In the beginning of his letter. В начале своего письма. He says, I thank God through Yeshua HaMashiach for you all, and that your faith is spoken of throughout the whole world. Римлянам 1:8. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иешуа Мессию за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. The first thing that Paul does in his letter, первое, что Павел делает в своем письме, он выражает благодарность Господу. Even before making mention of any specific requests. Даже до того, как он потом выражает какие-то требования или просьбы. So often we will only thank God when he has answered our prayers. Очень часто мы готовы благодарить Бога только тогда, когда Он отвечает на наши молитвы. When he's answered our requests. Когда Он отвечает на наши просьбы. All of our requests first. Мы сначала Ему выкладываем весь список наших требований и просьб. If we don't get an answer, и если мы не получаем ответа, we're quite upset. Мы очень таки расстроенные. But Paul tells us we need to begin by thanking God. Но Павел меняет вообще подход. Он говорит, мы вообще начинать должны с прославления и благодарения. Right, Павел это ставит, скажем так, в правильные рамки разума нашего. Да, надо делать прошение. Begin by thanking God. Но сначала начните благодарить challenge you. Бога. И я бросаю вызов вам, чтобы вы начали пробовать с благодарением. Pray, когда вы начинаете свои молитвы, thinking, начните с того, что задумаетесь, за что вы можете поблагодарить Его, и поблагодарите Его. До того, как вы выскажете Ему какое-то прошение или просьбу. A lesson in thankfulness. A lesson in thankfulness. И урок, который вы можете вынести в благодарении. Being thankful is more than just being happy or pleased that we have something. И посмотрите, быть благодарным — это не просто переживать счастье или удовлетворение за то, что у тебя уже есть на сегодняшний день. True thankfulness will истинное stir up благодарение your heart. Будет будоражить ваше сердце, чтобы вы выражали свое благодарение, свою благодарность. As we experience that true thankfulness, it will make our hearts joyful. И если мы по-настоящему будем наполнены благодарностью и переживать ее, это наполнит наше сердце радостью и ликованием. And then it won't just be, oh, thank you, God. Это не будет просто «О, спасибо, Бог!» It will be, thank you, God. Wow, это будет this «Спасибо, is great, wonderful, Господь, hallelujah, за то, что praise так you, все Lord, чудесно! Really я славлю Тебя!» Why are you all sitting there? Почему вы сидите? They don't have a room to dance. Thanking him. Спасибо, благодарите wow, его. It brings so much joy into это your heart. Будет приносить еще больше радости в ваше you сердце. Want to be joyful? Хотите быть радостными? Then thank him. Тогда благодарите его. Because thanking him
brings that joy into your Потому что именно благодарность приносит эту радость в сердца. Think about this for a minute. Think about this for a moment. Подумайте вот о чем на минутку. If someone gives you a gift, если кто-то подарил вам подарок, what would you think if they didn't thank you for it? What would you think if they did not thank you? If you give a present, если вы подарили кому-то подарок и человек вам даже спасибо не сказал, somebody gives you a present. Если кто-то, если вы подарили кому-то подарок, и человек даже спасибо не сказал, подарите вы ему второй подарок? Not very likely. Вряд ли вы будете готовы подарить ему второй подарок. You have to be a very good person. Это должен быть очень хороший человек. Our relationship with God is very similar. Послушайте, наши взаимоотношения с Богом очень похожи на это. In order to receive the blessing, и перед тем, как принимать благословение, you need to appreciate what you've already been given. Вы должны быть благодарны за то, что вы уже имеете через Него. Spiritually, God wants to give us gifts. И духовно Бог хочет обогатить нас дарами. Do we thank Him for the gifts that we have? Благодарны ли мы за те дары, которые мы имеем через Него? Or do we sometimes say? Или мы иногда делаем так. That's okay. Нормально. But I really wanted the other gift. Ну вот это то, что у меня есть, это хорошо, но вообще-то я хочу вот другое. God gives you the gift of patience. Например, Бог дал вам дар терпения. And you say, I really wanted the gift of more health and strength, or. А вы хотите дар там хорошего здоровья и с крепкой силы. Be thankful for what He's already given. Будьте благодарны за то, что вы уже от Него имеете. And He will open up the gates. И тогда Он откроет ворота. Of heavenly blessing. Небесных благословений. And He will let it pour down. И Он позволит этому излиться на вас. Thankful hearts. Благодарное сердце. Are something we need to. Developing ourselves. Это то, что мы должны развивать внутри себя. Let me just give you some scriptures on what are the results of unthankfulness. Давайте я вам дам несколько мест писаний, которые покажут вам результаты неблагодарности. Then I'll come back to some other stuff. И потом мы вернемся. In 1 Corinthians chapter 10 verses 5 to 6. 1 Коринфянам 10 глава 5-6 стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. I like to let the scriptures speak for themselves. Я люблю позволять Писанию говорить самому за себя. Okay. Scripture is powerful. Писание само по себе сильное. The words that are there. Те слова, которые там. As we open our hearts to receive. Когда мы открываем наше сердце, чтобы принимать из Писания. In Numbers chapter 14. Числа. Verses 11 and 12. 14 глава, 11-12 стих. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». And then in Numbers chapter 14, 28 and 31. И та же глава чисел с 28 по 31 стих говорит нам: «Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева сына Иофонина и Иешуа сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу
приведу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. All of these texts are talking about the children of Israel. Все эти места Писания говорят о детях Израиля, о народе Израиля. In the wilderness. В пустыне. God had done mighty and wonderful things to bring them out of slavery. Бог творил. Out of the slavery of Egypt. Бог творил много чудес и сильнейших вещей для того, чтобы вывести этот народ из рабства египетского. Он хотел их ввести в землю обетованную. He had brought them into the wilderness. He provided them with water. He had provided them with everything that they needed. Он вывел их в пустыню, и в этой пустыне он обеспечивал их водой и питанием. When they left Egypt, когда они покинули Египет, God had said the Egyptians will give you gold and precious things to take with you. Бог, выводя их из Египта, говорит, что египтяне от страха перед тем, что я творил такие суды, отдадут вам золото и все свои драгоценности. They'd seen the mighty power of God. Они видели и переживали могущественную силу Божью. And what did they do? И что же они делали? We've got to walk in this wilderness. Вот мы ходим в этой пустыне. And it's so dry. Так сухо, так жарко. I don't like it here. И вообще мне здесь не нравится. And what is this manna? И что это за манна? They moaned. They complained. Они жаловались, они роптали. And it cost them. И это стоило им. The promised land. Обетованной земли. Because of unthankfulness. Из-за их неблагодарности. Dear brothers and sisters. Дорогие братья и сестры. It's serious. Это очень серьезно. Okay. Unthankfulness. Неблагодарность. Could get you out of the promised land. Может вас выбросить из обетованной земли. Thankfulness will bring you in. А благодарность поможет вам войти. Will bring you into all of the promises of God. Чтобы вы могли войти во все обетования Бога для вас. All of the things that He has prepared. Чтобы вы получили все то, что Он приготовил для вас. All the things He wants to give to you. Все то, что Он хочет излить и дать вам. He wants to bless you. Он хочет благословить вас. To receive it, you need a thankful heart. И чтобы принять все это, вам надо иметь благодарное сердце. What does it say? In 2 Timothy, что chapter 3, говорит 2 Тимофея, 3 глава, verses 1 to 5. С 1 по 5 стих. Listen carefully, read it slowly. Послушайте внимательно. 2 Тимофея 3, 1-5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». What a list. Что за список? In the last days. В последние дни. We hear so much people saying we are living in the last days. Сейчас люди повсюду говорят, что мы живем с вами в последние дни. Does this verse describe the time in which we live? Не описывают ли эти стихи времена, в которые мы с вами живем? It does, doesn't it? Это описывает, правда? It's a whole list of stuff that we see almost every day. Весь этот список мы видим практически каждый день. This tells us indeed that we are in the last days. Это одно из доказательств, что мы да живем с вами в последние дни времена. I don't know how it sits in Russian, but just about in the middle of this list. Не знаю, как в русском, но в английском прямо посреди этого списка. In my translation comes the word unthankful. У нас тоже правильное слово стоит неблагодарны. I find it interesting that it comes right in the middle.
И я заметил, что оно стоит прямо посреди всего этого списка. Because it actually sums up all of the others. Потому что, в принципе, вот это слово суммирует весь оставшийся список. И все остальное из этого списка, оно проистекает из неблагодарности. Because we don't appreciate из-за того, что мы не ценим, что Бог сделал для нас. The world does not know him. Мир, он не знает его. And therefore it has all of these things. И да, из-за того, что они Бога не знают, у них есть все But эти вещи. Brothers and sisters, this should not be amongst us. Но, дорогие братья и сестры, этот список не должен быть посреди нас. These things should not be in our midst. Посреди нас не должно быть вещей из этого списка. Аминь. It says at the end, lovers of pleasure rather than lovers of God. И более сластолюбивы, в английском там любящие удовольствие больше, чем Бога. Having a form of godliness, имеющие вид благочестия, but denying the power. Но силы его отрекшиеся. That's religion. Это религия. We don't have a religion. У нас нет с вами религии. We have a relationship. У нас есть взаимоотношения. We have a relationship with the Father. У нас есть взаимоотношения с Небесным Отцом. And we can experience His power. И мы можем переживать Его силу. And we need to experience His power. И мы нуждаемся, чтобы переживать Его силу. If we see this, what should we do? What kind of people should we be? И если мы посмотрим, какими мы должны быть, каковыми людьми мы должны стать. I sometimes have the feeling that the hardest arithmetic that we to master is that which enables us to count our blessings. Я нахожу это арифметически очень сложным иметь способность пересчитать все те благословения, которые Бог дал нам. When I was a small boy, I went a few times to Sunday school with my mom. Когда я был маленьким мальчиком, мама меня несколько раз водила в воскресную школу. And there was a little song that they used to sing. И была песенка маленькая, которую мы пели. Count your blessings one by one. Посчитай все свои благословения один за одним. Count your blessings. Посчитай свои благословения. Do not forget even one. Не забудь ни одного. We need to learn that kind of arithmetic. Мы должны научиться вот такой невероятной арифметике, уметь считать или ценить все те благословения, быть благодарными за них. Как много Бог сделал для нас. In Hebrews chapter 13 verse 15. Книга Евреям, 13 глава, 15 стих говорит нам: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». The fruit of our lips. Плод уст should be thanksgiving. Это должна быть благодарность. What kind of fruit are your lips producing? Какой плод производят ваши уста? Are they producing the fruit of moaning and complaining? Производят они плод ворчания и жалоб? Or the fruit of thanksgiving? Или плод благодарности? We have an opportunity. У нас есть с вами возможность. We have an opportunity to come before his throne. У нас есть с вами эта возможность приходить в его тронную комнату, перед его троном. We have an opportunity to thank him. И у нас есть с вами эта возможность благодарить его. Okay. I just want to cover a few little things before we перед тем, как мы закончим, я хочу еще кое-какими вещами поделиться. To Old Testament worship. Я хочу, чтобы вы осознали, что именно благодарность или такое благодарение было центральной частью ветхозаветнего поклонения. Sacrifice and offerings were to be made not grudgingly, but with thanksgiving.
И жертвы, и приношения, они не приносились не хотя из чувства долга, они приносились с благодарением и с радостью. Okay, there were many sacrificial practices that needed to be done. Много всего в жертвоприношенческой системе надо было делать. And sheep and goats were needed for that. Нам нужны были овцы, козлы для приношения жертв. And I can imagine maybe someone going up to the temple. Я могу себе представить, как будто кто-то вот собирается идти в храм. And he's bringing his sheep as an offering. И он вот тащит эту овцу как приношение Богу. And this could go two ways. И это может происходить двумя образами, путями. Come on, sheep. God told us we have. You have to go. You know, I have to sacrifice you. Пошли, овца. Ты знаешь, это Божья заповедь. Я должен тебя принести там в жертву ему. Come on, sheep. Stop Пошли. Complaining. Хватит жаловаться. Пошли. You have to go. Тебе надо идти. Or you can come. Или вы можете идти другим образом. Come on, sheep. You've got a good job to do today. У овца у тебя шикарная цель на сегодня. Come on, sheepy. Пошли, дорогая. It won't hurt. Это не будет сильно больно. In Psalm 54, verse 6, it says. Псалом. Psalm 54. In mine it's 6, but we never know. I will freely sacrifice to you. I will praise your name, O Lord, for it is good. 53-й псалом, 8-й стих у нас говорит: «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо». It is good, это благо, that I can give you something. Что я могу отдать тебе что-то. In Jonah, Иона, chapter 2, verse 9, «But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, I will pay what I have vowed, because salvation is of the Lord. Так, я книгу найти не могу. Jonah, come out of the whale. Ну, я открыла ее. Иона, 2 глава, 9 стих, говорит нам. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. In the Psalms, a psalmist. У нас это 10-й, дальше еще идет. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, и исполню, потому что у Господа спасение. The voice of thanksgiving. Голос благодарения. The psalmist valued a song of thanksgiving more than a sacrifice. И псалмист, он оценивает жертвы хвалы, жертвы уст наших и благодарения больше, чем жертвоприношение само. In Psalm 69, в псалме 68, скорее verses всего, 30 and 31 for me, but у нас I will praise God's name with a song, and I will extol him with thanksgiving. This will please Adonai more than a bull with horns and hooves. Okay, 69. I will praise God's name with a song and extol him with him. 30. 68-й псалом. 31 и 32 стихи. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами». Ага. Ага. You understand this? Понимаете вы это? Is the message getting through? David employed the Levites to in the greatest part to thank and to praise the Lord. Давид как бы нанимал левитов в храм или как бы звал их на служение с одной из главных целей, которых было просто славить и воздавать благодарение Богу. Okay, in 1 Chronicles 16, verse 4. Паралипоменон, 16 глава, 4 стих.
и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. So often we get the Amen, yes. Аминь. So often we get this idea of the Tanakh that it was all about killing bulls and sheep and goats. Очень часто у нас идея Ветхого Завета представляется в картинках, что они все сидели в храме и только делали, что резали волов и овец. Yes, there was that. Да, так было. But there was this too. Но вот эта часть тоже была. David specifically appointed people to praise, worship and thank God. Давид особо назначил и поставил левитов для того, чтобы благодарить, прославлять и хвалить Бога. In the temple, day and night. В храме день и ночь. Giving thanks to God. Воздавать благодарность Богу. This was also the key part of temple worship. Это также была ключевая часть храмового поклонения. Thankfulness should be expressed for all that we have received. И благодарность надо выражать за все, что мы принимаем. The pilgrim feasts were characterized by thanksgiving. И паломнические праздники, они именно и внесли в себе характеристику благодарения. More than just the sacrifices. И это было больше, чем просто принести жертву. God wanted them to come up and rejoice before Him. Бог хотел, чтобы они вошли к Нему и возрадовались с Ним. Thankfulness can be expressed for our personal things. Благодарность может выражаться за наши личные какие-то вещи. It can be expressed for the things we experience corporately. И также за те вещи, которые мы вместе переживаем. Also, as we see God's power being released. Также мы можем видеть, что Божья сила через это высвобождается. Из-за Его верности, заветных взаимоотношений с нами. Я вначале говорил, что благодарность — это знак заветных взаимоотношений с Мессией. И заветные взаимоотношения — это очень серьезный момент. Бог заключил эти заветные взаимоотношения с тобой и со мной. Are we going to keep our covenant relationship with him? Будем ли мы хранить эти заветные взаимоотношения с ним? The children of Israel failed in the wilderness. Дети, народ Израиля не справился с этим в пустыне. But God made the covenant through Yeshua. Но Бог сотворил завет через Иешуа. He was nailed to a cross. Он был пригвожден ко Христу. He was pierced. Он был распят. These are signs of the covenant. И это знак завета. The sign of our covenant relationship with him. Знак наших заветных взаимоотношений с ним. We thank him for his forgiveness. Мы благодарны ему за его прощение. At one particular point, all creation will offer thanks to God. В один момент все творение принесет жертву Господу. In Psalm 145 it prophetically speaks about this time. И Псалом 145 verse 10. Mm-hmm. All your creatures will thank you, Adonai, and your faithful servants will bless you. All creatures will thank you. We don't have this word. 144 Псалом, 10 стих, но он нам не передает той полноты, как в английском идет. Да славят тебя, Господи, все дела твои, и да благословляют тебя святые твои. В английском написано, что все творение да восславит тебя. There are other texts in scripture which speak about this. At the end of the days, that all will come together to praise and to worship and to thank him. Но есть другие места Писания, где говорится, что в конце времен все творение, мы все придем и прославим его. In Revelation it talks about the multitude standing around the throne of God. Откровение, книга Откровения говорит о том, что великое или несчетное множество людей придет перед его трон, и они преклонятся пред ним и возблагодарят его. This is our calling. Это наше призвание. We are called to be thankful people. Мы
призваны быть благодарными людьми. Thankfulness should characterize our time together. И благодарность должна быть характеристикой нас, когда мы вместе собираемся. Благодарность должна характеризовать наше прославление. Она должна давать характеристику или оценку нашей жизни. И у нас, к сожалению, нет времени, но у меня на каждую фразу есть место Писания, которое подтверждает мои слова. It is our deliverance. В благодарности наше освобождение. It is God's undescribable gift to us. Это Божий необъяснимый, неподдельный дар для нас. And we should be thankful for one another. И мы должны быть с вами благодарны друг за друга. Just a couple of texts. I can't. Не могу без мест Писаний. Давайте несколько прочтем. 1 Corinthians 15, verse 57. 1 Коринфянам 15 глава. 1 Corinthians 15, 57. 57 стих. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Yeshua HaMashiach. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иешуа Мессией. Thanksgiving brings the victory. Благодарение приносит победу. Thanksgiving is a weapon in a sense. В определенном смысле благодарность или благодарение — это оружие, which destroy the power of the enemy. Которым мы сможем разрушать дела врага. If we are thankful to God, the enemy doesn't like it. Если мы благодарны Господу, сатане, врагу не нравится это. We need to be thankful, as I said, for one another. Romans 1. 8. We already read that. Мы должны быть благодарны Господу друг за друга, и это в Римлянам. Romans 1:8. Римлянам 1:8. Мы уже читали это, что прежде всего благодарю за через Иешуа Мессию за всех вас. But thanksgiving was a part of Paul's every letter. Но благодарение это было началом каждого письма Павла. Every letter that Paul wrote, каждое письмо, которое Павел писал, he began with thanksgiving. Он начинал с благодарения, с благодарности. Hallelujah.